Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем брошь-держатель для шарфика. Начнем. Раскатываем пласт салатовой полимерной глины 3 мм толщиной. Прикладываем его к понравившейся нам текстуре, которую предварительно можно сбрызнуть водой или нанести крахмал во избежание прилипания глины, и прокатываем на той же толщине. Гибким лезвием задаем приблизительную форму будущей заготовки. Из остатков катаем пласт 2 мм толщиной. Кладем на него нашу заготовку и аккуратно прижимаем, чтобы не повредить текстуру. Гибким лезвием вырезаем нашу основу. Теперь делаем центральное отверстие. Я воспользовалась катером листочка для более интересного результата. Отверстие я буду делать не строго посередине, а ближе к одной из сторон, так как другую сторону мы будем впоследствии декорировать. Полученной заготовке нужно придать округлую форму. Для этого я воспользовалась стеклянной небольшой вазочкой. Аккуратно прикладываю нашу заготовку. Дальнейшие действия будем производить уже на ней. Для удобства и чтобы ничего не деформировать. Приступим к декору. Салатовую глину катаем в колбаске и прокатываем на максимально тонкой толщине пастомашины. Полученные ленточки, края которых волнистые, делим напополам. Нам понадобятся ленточки двух оттенков – салатовые и шоколадные. Берем нужную ленточку и складываем ее в гармошку, после чего зубочисткой прикладываем на нужное нам место, хорошенько прижимаем. Тут уже фантазируем и укладываем как душе угодно. Затем из трех цветов катаем тоненькие ниточки – зеленые, салатовые и шоколадные. Эти ниточки укладываем на поверхность, словно вьюнки, создавая завитушки и украшая ими нашу брошь. Вот что у меня получилось в итоге. Теперь приступим к созданию шпильки. Для этого берем оставшиеся тонко раскатанные ленточки и укладываем их друг на друга. Чем больше их уложим, тем больше по размеру получится в итоге шайбочка. Я взяла 5 лент. Полученную одну ленту скручиваем. И для декора нашей шпильки нам также понадобятся тонкие ниточки трех цветов – зеленые, салатовые и шоколадные.
Сама шпилька у нас будет шоколадного цвета. А для того, чтобы она была более прочной, за основу возьмем деревянную шпажку. Раскатываем пласт шоколадной глины 2 мм толщиной и оборачиваем нашу шпажку. Стык замазываем и все выравниваем. Декорируем шпильку нашей шайбочкой и готовыми тоненькими ниточками. Делаем все так же, как вам угодно. Осталось только задекорировать центральный элемент в виде листочка. Для этого раскатываем шоколадную полимерную глину в длинную полоску. Лезвием выравниваем ее до нужной нам ширины. И оборачиваем по контуру внутреннюю часть листа. В работе помогаем себе зубочисткой или иголочкой. По желанию можно придать текстуру, я так и сделала. В таком виде отправляем наши заготовки запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания я покрыла брошь лаком. Готово! Вот такая брошка у нас получилась. Она очень крепко сидит и не спадает. Цветовая гамма получилась очень нежная и приятная. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!